Ваше кольцо не снимается вообще никак. А избавиться от него капец как хочется. И вам даже не помогло мыло с водой. Можно, конечно, и болгарочкой распилить. Но пилить болгаркой слишком опасно. А всем известное, мыло с водой вам не помогло. Нам понадобится вот такая женская шпилька. Берем какую-нибудь нить, ну или веревку, у кого что будет под рукой. Берем ножницы и отрезаем кусочек. Берем шпильку, берем нашу веревку, ну или нитку, у кого что, продеваем. Берем наше колечко, отодвигаем до конца, ближе к руке. Берем шпильку, проталкиваем. Вот так шпильку убираем. Один конец достаем, получается. Придерживаем. Этот конец наматываем на палец, вот так. Держим, да? И теперь вот этот конец начинаем разматывать.